Дорогие друзья, всем привет! Вы на канале Kylos Vision TV. В этом ролике я покажу способ изготовления из вольфрамовых заготовок джиг-головки, а также этим способом можно изготавливать зимние мормышки и мормышки для ловли в стиле нано-джиг. Берем качественные крючки, берем заготовку из вольфрама. Вес заготовки 0,59 грамма. Это специальные заготовки из вольфрама для изготовления мормышек и джиг-головок. Один широкий разрез и отверстие. Продеваем где широкий. Берем станочек. Зажимаем так. Мотаем так, чтобы заготовка из вольфрама плотно зашла на нашу намотку. Берем обычный суперклей и чуть-чуть капаем на нашу намоточку. Мы должны вот так по диагонали наматывать. Вот таким образом. Капаем еще клея сверху. Также можно намотать на цевьё, для того, чтобы, допустим, наш силикон лучше держался на крючке. И финишный узел. И чуть-чуть капаем еще клеем. Уже на цевьё. И отрезаем. Вот такая прекрасная у нас мормышка получилась из вольфрама, которую можно использовать и с мотылем, и с червем. Также под силикон я часто использую такие мормышки при ловле в стиле нано-джиг. Всем большое спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и увидимся на рыбалке.